В сентябре прошлого года в полицию обратились трое приезжих из Мурманской области, временно проживающие в Сочи. Мужчины сообщили, что вечером одному из них позвонил знакомый и под благовидным предлогом выяснил, сколько людей находится в квартире. Вскоре к дому подъехал автомобиль, в салоне которого находились 4 человека. Едва открыв дверь своему знакомому, потерпевший получил удар в лицо. Следом в квартиру вошли трое неизвестных и, угрожая расправой, потребовали отдать деньги и ценные вещи. Потерпевшие передали деньги, золотые украшения, мобильные телефоны и ноутбуки. Сумму ущерба оценили в более чем 180 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники потребовали передать еще 150 тысяч. Для того, чтобы задержать подозреваемых, была разработана спецоперация. На связь с нападавшим вышел сотрудник полиции, который представился посредником в решении денежного вопроса. Полицейский передал им требуемую сумму, после чего все участники преступного сговора были задержаны. Сейчас расследование завершено. Предъявлено обвинение за разбой и вымогательство. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит длительный срок лишения свободы.